По магазинам любят пройтись, пожалуй, все женщины. Модный бутик – тот же самый магазин. Но с учетом, что все вещи здесь можно приобрести абсолютно бесплатно. Собрать вещи для модного бутика СЦМовцам помогли студенты, предприниматели и работники социальных учреждений Ленинско-Кузнецкого. Традиции рождаются, и если они востребованы людьми, они продолжают жить. Студенты приняли это хорошо на новогоднем бутике, то есть всем понравилось. И мы здесь встречались, когда проходил городской штаб в преддверии весенней недели добра. Здесь вот присутствует Светлана Леонидовна, она председатель городского клуба многодетных семей. Вот. Ну, то есть одни из наших благополучателей, одна из категорий. И она сказала, что мы с удовольствием придем, если вы нас позовете. На этот раз модный бутик посетили многодетные семьи. Пока мамы выбирали наряды для своих чад, дети весело проводили время с самым настоящим клоуном. Так что скучать не пришлось никому. У Светланы Каткевич 5 детей. Воспитывает женщина их одна. Ботиночки и курточку для младшего она уже выбрала. Это и помогает, мне кажется, и дающему. Ну и, конечно, и людям, которым не всегда легко все это купить. Какие уже вещи кому выбираете? Ой, вы знаете, у меня дети разные. Есть и 22 года, есть и 3 года. Поэтому я думаю, что я что-то кому-то все равно найду. По крайней мере, вот младшие у меня очень довольны, стоят около стола с игрушками. Большое вам спасибо. За несколько часов мамы смогли полностью одеть своих детей. Из модного бутика все вышли довольными. Ну а вещи, которые в этот раз не подошли ребятам по цвету или размеру, волонтеры обязательно передадут в социальные учреждения города.